Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Так, ну что, забираем с тобой ежедневные награды. У нас 472 доллара, мало. Так, ну что, пошла колода на открытие. Так, выпадает нам Ксевер Монтес, собственной персоной. Так, забираем тут награду. И быстренько попробуем пробежать серию испытаний. И начну. Погоди-ка, как это я так... Хоп. А вот это кто будет проходить? Дядя Вася? Скажи-ка мне на милость. Молодец, Рэй взял, пропустил просто-напросто. А потом бы в конце, когда прошли бы, Кренга сидел бы и голову чесал, да? Как так я пропустил такой момент? Ребят, всегда нужно бдить. Всегда. Ну что, Кирби, надо тебе немножко... Упс. Хотел, надо тебе немножко отдохнуть, но он не упал. Ну-ка, с разбега давай этой крысе. Готов. 16 тысяч урона, прикинь, ей нанес. Так, Донни здесь справился. И бежим на последних противников. Ну, я думаю, что здесь, если Армагон будет, то, конечно, валуном надо притихомирить их всех. Ах ты. Кстати, друзья мои, 16 числа, 16 июня, у нас выходит Черепашки-ниндзя Месть Шреддера. Так что будем проходить. Обязательно будем играть в эту игру. Так что, ну, я тебе скажу сразу, что она будет выходить у меня на втором канале, там, где игры для ПК. Так что, надеюсь, она выйдет у нас посреди дня, а не как они любят обычно, 16 числа выходит игра. И они делают чуть ли не 17 числа, где-то ночью там выпускают ее. Так что я уже подготовился, все будет нормально. Уже деньги, как говорится, в Steam вложил. Теперь только остается дождаться именно выхода игры. Ладно, так, теперь давай-ка мы, наверное, сразимся в боях. Тут в легких, сложных поединках нужно. И, соответственно, конечно, будем прокачивать нашего кожеголового. Вот он, родной мой, вот он. Так, до 6-й ступени мы ему прокачали массуху. Давай теперь прокачаем, наверное, провокацию. Так, 8 пультов от телевизора. Так, раз. Два. Три. Три пульта уже нашли. И надо еще 5. Сейчас попробуем найти. Тут комиксы какие-то дьявольские выпадают. Эй-эй-эй-эй. Так, это получается 4, да? Да ну хорош, я... 4, 5. Вот, 6. 7 и последний. Последний пульт, 8. Все, ребят, прокачиваем вот эту вот провокацию, называется она у нас «Направленная ярость». Кожеголовый обхватывает свою голову, стараясь подавить внутреннего берсерка. Оскорбляет всех врагов на 2 хода с вероятностью 70%. Следующие 2 атаки врага не нанесут ему урон. Прикинь? Не нанесут ему урон. 70% следующая, ну, вероятность. Хе, круто на самом-то деле. Так, и кстати, да-да-да, Крэнк. Да ек, макарёк, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть. Совсем малость. Так, поднять уровень персонажа. Ну вот как раз сейчас я и хочу поднять уровень персонажа нашему Кренгу. Хватает теперь? Теперь хватает. Ну что, друзья мои, еще один уровень, и он будет соточкой. 31 500 нужно для того, чтобы его прокачать по фулке. Забираем здесь награды. Так, в магазине нам делать нечего. Турнирная арена, испытания. Спасибо, друзья, что подсказали, что вот именно в этом эксперте у нас Усаги против проворства не будет здесь маузеров. Они оказываются против механических, там что-то такое, да, появляется. Здесь их не будет. Так что даже запариваться не стоит. Ну что, Лига Сёгуна... А, Лига Самураев, 3 звезды. Угу. Все-таки сбросили. Ладно, я смотрю, тут 14-18 дают нам кубков. О, 15-19, я согласен. Ну что, здесь, как ты видишь, 48, 49, 50 уровень. Я попробую, наверное, своими силами здесь пока повоевать. Я понимаю, что разрыв очень маленький, всего в 5 уровней. Можно было бы, конечно, взять одного из среднетоповых бойцов. В принципе, здесь всех размазать по стенке, но... Мне не хочется, я хочу пока своими, ребят, силами попробовать справиться здесь. Кстати, вместе... Шреддера, да, вот эти вот новые в черепашках добавили нового персонажа, ребята. Там будет Кейси Джонс, то есть там будут все черепашки, да. Эйприл О'Нил будет.
Плюс там будет Сплинтер и Кейси Джонс. Это круто. И играть можно, прикинь, аж до 6 персонажей. То есть 6 игроков могут принимать участие в одной игре. Это, конечно, классно. Ну что, друзья мои, вот первый поединочек прошел. Ну, опять же скажу, не так все легко и просто, как хотелось бы, да? Но тем не менее. Так, надо быстренько нам забираться опять же. О, хорошо, идем до Сёгуна как-то добраться. Попытаться добраться, ребят. Возьму здесь Донателло. Раз, два, три, четыре. Ну, Донателло идет как перестраховка. Ну, в принципе, мне кажется, достаточно будет его сюрикенов, чтобы они здесь все упали. Проверим. Вот так вот. Замечательно. Значит, сюда можно и потратить Джастина, да, который не очень хорош там на более поздних битвах. Также можно... Кого там еще можно потратить? Да дофига кого. Так, Сёгун, вот мы и перешли. А ну-ка, 15-19. Давай. 15-19. Я возьму, наверное... Где он у нас? Вот, Джастина. Раз, два, три, четыре. Окей, погнали. Ну, Джастин... Я надеюсь, инициативы у него хватит все-таки сходить первым здесь, или как? А-а, у Хана все-таки круче инициативка. Несмотря на то, что у него 55 уровень. Даже Шреддер и то быстрее этого Джастина ходит. Я в шоке. Джастин только третьим у нас по счету пошел. Ну что ж поделаешь. Но главное, что он вообще хоть сходил. А то я представляю, там еще пропустил бы Кирби и Леонардо. И в самый последний бы. Это было бы, конечно, обидно. Ну что, 66 место. Так, давай-ка попробуем, наверное, получить 15-20. Шансов, конечно, очень мало. Очень мало, но... Во, есть. Ну, здесь можно взять кожеголового. Ой, кожеголового, железноголового. Раз, два, три, четыре. Железноголовый долбанет своими ракетами, соответственно, и все, ребят. А этот перфораторчик, если он не сверлякает, так он на всю Ивановскую включает музыку. Я надеюсь, вам этого бреда слышно не будет. Потому что он мне сегодня и так запорол игру всю. А в растение против зомби-героя. Так мало того, что он и сейчас там что-то врубил музло, блин, на всю Ивановскую. Сидит и слушает. Так, ну что, и здесь тоже у нас очередная, ребят, победа. И переходим мы... Куда мы там переходим-то? Какую позицию берем? 40-ю? Ну да, 44-я, в принципе, нормально. Нет уж, давай, 15-20 было, так что... Давай-ка не жмись, а выдавай мне 15-20. А он не хочет. Представляешь, он не хочет мне этого. Да серьезно, что ли? А, тихо, вижу. Вижу, ребят, все. Так, ну что, здесь я, наверное, возьму Зека. 80 уровень. Раз, два, три, четыре. Ну, вот тут вот есть одна небольшая неприятность. Эйприл О'Нил во вражеской команде. Все зависит от нашего зэка. Блин, все-таки не добил. Так, Раф, давай. Блин, ее нужно ушатать, если мы ее... Так, никакого хила, правильно, Лео. Даже если бы Эйприл выжила и сделала бы хилку, она бы не восстановила им здоровье, потому что мы повесили запрет. Вот так вот, ребята, элементарно и просто. Да, Леонардо с запретом хила, это, конечно, сила. Так, а мы переходим на 20-ю позицию. То есть Лига Сёгунов. Две звездочки уже в ожидании. Так, здесь можно взять, ну, например, я возьму Ванюшу. Ваньку Стиранка, естественно, с его любимым гранатометом. Плюс еще пулеметная дробь. Давай гранатомет. Бумс. Все, ребят. У него, наверное, атака идентична Армагону. Хотя нет, слабее будет. Ну что, перейдем? Перешли. Ну что, друзья, Лига Сёгунов, две звезды. Уже шикарно. Я просто спешу, как не знаю кто. Я боюсь, что этот сверлякало скоро опять начнет там что-нибудь химичить.
Интересно, вот Крэнк 99 уровня потянет против 52-х? Ну, я имею в виду, сразу их сможет уничтожить? Или тоже там будет копошиться, как этот капошон? Ну-ка, давай. Так. Ну и добиваем. Упс, не добили. Не добили. Ну что, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Так, с 97-й позиции мы переходим на 77-ю. Так, 15-20. Ну, давай возьмем эту команду. Здесь можно взять Змейковьюн. Раз, два, три. Слушай, тогда Змейковьюн меня подвел. Последний раз, когда мы играли, он не особо хорошо себя проявил. По-моему, даже если я не ошибаюсь, мы начали там фейлиться. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, дебаф такой себе. Хил есть, надо, наверное, Донни здесь убить. Почему Донни? Потому что, чтобы он не стал массовую защиту. Так, бросай свой флакончик этот. Ну, что это? Ну, мы понизили, да, атаку, но... Не это хотел. Давай Камасуху сделаем. Красавчик кожеголовый. Просто красавелла. Все-таки, ребята, он ушатал их всех. Ну, как бы не с нуля. Просто получилась добивка, но тем не менее он это сделал. И 55-е место у нас. Так, 15-21. Вряд ли мне тут, конечно, светит. Но 16-21 выпало. Так, я беру Усаги. Раз, два, три, четыре. Ну что, против Усаги здесь не попрешь. Хотя у них уже уровень 61. Так, секундочку. Эх, позвонили, надо, друзья мои, уходить. Ладно, я думал, мы сегодня еще события пройдем. Но придется, видимо, только ареночкой обойтись. Давай-ка, наверное, вот этого хламончика добьем. Упс. Пит, ты серьезно? Ты даже урона ему не нанес, а? Ну, это подхалим. Ладно, фиг с ними. Двигаемся далее. 34-е место. Ну что, практически 20 ступенек мы пролетаем за раз. Я считаю, что это неплохо. Берем супер шредера. Раз, два, три... 4. Интересно, мы сегодня до лиги мастеров сможем добраться? Как ты думаешь? Было бы круто, если бы смогли добраться сразу всех. Не, супер шредер все-таки это сила. Намного круче Ванька. Намного круче. Потому что Ванька бы не добил их всех, а супер шредер на этом уровне просто стирает в порошок. Ну что, 14-я позиция. Нет уж, давай ко мне 16-21. 16-21. Так, я возьму здесь, наверное, Макмана. Раз, два, три. Ну, Макмана, я думаю, здесь будет достаточно. С его супер этим мусорным ураганчиком. Сейчас вмажет. Проверим. Блин, не хватило. Как мы видим, не хватило добить. Грустно, конечно, но ладно. Да ладно, Лапекс. Ну, ты даже Донателло не смогла добить. Вот видишь, тут каждый персонаж против каких-то сильных, против каких-то слабых. Ну, естественно, классовые... разница тут в классах есть, да? Проворство, там, я не знаю, там еще что-нибудь. Проворство, техника и так далее. Вот, поэтому... У каждого, как говорится, своя правда. Раз, два, три, четыре. Опять же, надеюсь, что Леонардо всех хотя бы подкосит. Но если не всех, то оставит чуть-чуть там здоровиться. Вот, видишь? Тихо. Ребятули, успокоились. Да ладно, блин, чуть Кунаичи, прикинь, меня не разобрали, ребят. Вот так вот.
отомстила. Блин, у нее очень мало было здоровья, плюс на ней висел дебаф на понижение брони. Так что, ребят, такие шутки как бы нам впредь больше не нужны. Так, до Лиги Мастеров должны сегодня попробовать дойти. Как я уже говорил ранее, 16-21. Джон. Ну давай, Джон. Джон Миллиметрон. Армагон, ну в принципе такой же по силе, как и Шреддер. Только у него нету дебафа. Он не вешает после своей атаки, да. Хотя можно было бы придумать после, например, вот такого вот камушка валуна. Если бы кто-то не погиб, хотя бы получал головокружение. Это было бы, мне кажется, справедливо, да? Ты выжил, но у тебя головокружение, потому что ты получил по башке таким огромным валуном. Так, 52-я позиция. То есть получается где-то еще 2 поединка. О, 16-22 уже. Где-то еще поединка 3 нам нужно будет отыграть. Но в принципе настолько и хватит персонажей наших. Они тоже заканчиваются. Я вот смотрю на Бакстера, как он передвигается в этом, блин, костюме. Он же здоровый этот. Костюм сам по себе, да? У него же это просто как бы вставки. Он же не вживлен в этот костюм, насколько я помню. Он его просто надел. И вот как он такие вот эти вот клешни, даже те же самые ступни гигантские, просто передвигает. Ладно, передвигает, а бегает еще. Он же потом, насколько я помню, мутировал, да? На него упал мутаген, или кто-то на него, по-моему, Шреддер бросил, когда он просто вживился в этого робота и стал таким вот, типа, Бакстер-робот. Так, ну что, Рафаэль, Майки. Попробуем вот так вот отыграть уже с теми силами, что у нас остаются. Но без Супер Шреддера, мне кажется, все равно здесь не обойтись. Нам придется его брать в откат, чтобы отыграть остальных наших всех персонажей. Так, о, Майки, красавчик. Взял просто-напросто и уничтожил противника. Вот это плохо. Придется брать провокацию. Блин, Микеланджело успел все-таки сделать свой танец, а? Ну-ка, пробьешь? Молодец. Так, мы сделаем, наверное, еще баф на себя. Именно на защиту поставим. Давай ему в рыло. Е, с удара, ребят. Просто с удара его вынесли. Мандагека добьем? Нет, тут промахнулись. Так. Добьешь? Красавчик. А здесь? Красотулька. Да ладно, ладно, Майки, успокойся. Это тебе уже все равно не поможет. Добиваем. Все, ребят. Ну, здесь потому что Микеланджело был слабый по уровню. Если бы он был бы хотя бы 80-ничка бы, фиг бы просто так мы разобрали бы команду злодеев. И у нас 14-я позиция. А 16-22 не хотите мне? Хотят. Так, ну что, я забираю нашего Супер Шреддера здесь. Вот так вот делаем. Раз, два, три, четыре. Получается... Да, еще буквально один поединок, но этого нам хватит, чтобы перейти в Лигу Мастеров. А тут уже будет отчет. Завтра опять же приду с работы и, ребят, как вы понимаете, я буду опять находиться в Лиге Сёгунов, наверное, там... Две, одна звезда. Вот мне так вот кажется почему-то. Ну что, сейчас посмотрим, куда нас переместят. Ага, мы уже в Лиге Мастеров. Давай тогда еще один поединочек сделаем. Придется там, конечно, играть через откат. Потому что там всего два персонажа у нас свободных. Точно мы всех отыграли? Да. Значит, Шреддер плюс Змейка Вьюн. И, например, будет тут у нас Усаги. Я особо не парюсь, потому что, ребят, достаточно будет одного Супер Шреддера, да, чтобы всех наказать. Если бы не на работу, конечно бы я, ребят, сегодня бы Дракону Всадники Олуха, Юрский парк поиграли бы, Буллет Сленджер, ну и все остальное. И Снайпер Элит для второго канала. Так, ну что, вот, в принципе, и все. Посмотрим, сейчас какая-нибудь 70-я у нас будет позиция, наверное, в районе этого, да? 76-я, окей. Хотел, конечно, я сегодня еще поиграть в события. Ну, любое уже начать проходить. Просто ради жетонов. Не ради того, что кого-то у меня здесь нету. Но время поджимает, мне надо идти, ребят. Так что на этом буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.